Я сейчас просто расскажу ту крамольную историю, да, которую, видимо, ты не можешь там в силу тех или иных причин озвучить, да, что нужно делать России. России нужно отдать все там Сирии, Венесуэлу, вообще все отдать, прийти на коленях к Америке и Европе, покаяться за все, сказать, простите нас, откройте, верните нам, да, уберите санкции, мы будем милы и спокойны, убрать вообще, перестать вообще заниматься внешней политикой и просто заниматься своей страной. Я правильно понимаю, что, ну, только так мы, по сути, можем вернуть Ну свою и с страну? последним предложением я согласен насчет того, что нужно заниматься своей страной, А я как с этим не иначе? Ну, то согласен. есть, у нас, смотри, у нас сейчас страна закрытая, да, у нас везде санкции, мы ничего Да. не можем. У нас закрыты рынки капитала, ну, не все, но в том числе почти Да. все закрыты, и закрыты рынки заимствования технологий, да и в торговле, честно говоря, тоже, да, там давят.